приветствуем всех гостей и лауреатов детского фестиваля юных дарований «Золотой век». Культуру и спорт объединяет фестиваль юных дарований «Золотой век», который ежегодно проходит в городе на Неве при поддержке Федерации фигурного катания на коньках и Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга. Танцует солнце, на небо входит. На ледовом гала-концерте, который состоялся 11 декабря 2008 года в Академии фигурного катания, приняли участие лауреаты фестиваля, прошедшие конкурсный отбор в течение года. Главные герои и ведущие фестиваля Аленушка и Алеша Попович приглашали на ледовую арену лучших вокалистов, которые исполняли свои песни прямо на коньках. Вместе с ними выступали детские хореографические и цирковые коллективы, одаренные дети из детских домов. Ночной неволю я тоже хочу танцевать с тобою. Жизнь не на ритм, а ритм движения, если любишь жизнь. На лед выходили будущие олимпийские надежды. Чемпион России Сергей Воронов, воспитанник легендарного Алексея Урманова, а также ученики знаменитых тренеров Татьяны Николаевны Москвиной, Алексея Николаевича Мишина. Выступали победители в соревновании на приз олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и команда синхронного катания «Санрайз». Подарок всем зрителям и участникам фестиваль «Золотой век» выпустил плакаты с фотографиями и автографами пожеланиями от Евгения Плющенко и от Елены Бережной. Песня эта зовет Петербург, наш фестиваль, все, кто умеет танцевать. Своими выступлениями ребят поддержали профессиональные артисты. Заслуженная артистка России Марина Капура, комик-трио «Питерские бабы-яги», московский певец Игорь Тальков-младший и группа «Золотой век». Зрителями благотворительного проекта стали дети из многодетных семей, которые пришли вместе с родителями, дети из детских домов и реабилитационных центров Петербурга и Ленинградской области. На сегодняшний день в отборочных турах фестиваля ежегодно участвуют более 1000 детей и подростков до 20 лет. Участие в фестивале бесплатное и доступно настоящему таланту. Лауреаты выступают на лучших площадках города и области вместе с известными артистами, снимаются в кино, участвуют в теле- и радиопрограммах, принимают участие в мероприятиях Комитета специальных олимпийских игр, дают благотворительные концерты. Фестиваль организует мастер-классы и творческие встречи с известными деятелями культуры, выпускает аудио- и видеодиски с песнями лауреатов. Множество интересных проектов проходит совместно с партнерами фестиваля – аквапарком «Ватервиль» и петербургской книжной сетью «Буквоед». Для молодых авторов проводится конкурс юных писателей «Золотая буква» и многое-многое другое. Основатели фестиваля – президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, депутат законодательного собрания Олег Нилов и художественный руководитель фестиваля, музыкант группы «Золотой век», композитор и режиссер Наталья Фетисова. Мы старались создать фестиваль, который популяризирует славянскую культуру, здоровый образ жизни, наполняет прекрасным душу и укрепляет дух. Расскажите нам о ваших талантах, мы поможем их развить и реализовать. Девиз фестиваля «Сцену одаренным».